Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу «Миколаїв», програма «Це вас хвилює», студія працює Марина Шкорупська. Сьогодні у нас четвер, і два тижні тому ми з вами общалися, спілкувалися з Ольгою Алексєєнко. Доброго дня вам, Ольго. Доброго дня. Ольга тоді нашу Яночку вчила, як почати себе змінювати і як самовдосконалюватися. Так? І були надані деякі рекомендації. Ті, хто з вами дивилися і слідкують за нашими ефірами, почерпнули багато цікавої і корисної інформації, як почати змінювати себе і світ навколо себе. Змінити, так? Починаючи з себе. Отже, зараз ми, давайте, коротко згадаємо, що повинні були робити наші глядачі і робити Яна, яка пішла у відпустку і, напевно, дуже займається вашими корисними порадами, вправами. На що потрібно було звернути увагу, коли починаєш змінювати себе? Мы говорили о том, что вот чтобы начать личностный рост или как начать меняться, ну, нужно завести своеобразный дневник, где отмечать каждое упражнение, которое проделали, что при этом чувствовал человек, что при этом он сделал, ощутил. Ну и такие, например, нужно были упражнения сделать, как в течение дня дотронуться до руки троих людей. Угу. И я буду знать. Потом делать, то есть прикреплять позитивное утверждение, например, на рабочий стол или на холодильник, да, там у меня все хорошо, у меня есть достоинство, ну, угу. Такие вот. Дальше. Посреди разговора где-то с другим человеком отмечать расстояние между собеседниками, между мной там и каким-то человеком, да, собеседником, тогда как комфортно я буду чувствовать, или нужно приблизиться к человеку, или отдалиться, чтобы мы нашли в разговоре какую-то цель или какой-то компромисс, да. Дальше. Следить в течение там дня, чтобы никакое негативное высказывание не срывалось с моего языка о других людях. Угу. То есть думать позитивно, да, о человеке. Потом такое было упражнение... А также посплетничать. Ну, посплетничать можно. Угу. Но можно. Это вот, да, можно. Потом в какой-то день нужно было обратиться к трем незнакомым людям. То есть спросить, который час, как пройти там. Еще библиотеку, 4 часа ночи. Да. Дальше. Потом как бы избавляться от своих страхов. Да, что там выступить на конференции или на заседании какое-то. Вот так. Ну и мы давайте продолжим. Наверное, вот мы прошли 2 недели. Давайте, наверное, начнем с 3-й недели. Что нужно делать вот в первый день 3-й недели? Да, давайте. Это со следующей недели. Да, со следующей недели, да. Каждый час я обращаю внимание на свою позу и свои жесты и делаю глубокий вдох. То есть прошел час, я должна обратить внимание, в какой позе и сделать вдох. Да, потому что вот мы не замечаем, получается, сгорбленная спина, скрещенные ноги у нас, все зажато. И поэтому получается, что вот эти как бы позы, они перекрывают нам какой-то кислород, и вот эти зажимы показывают наши психологические зажимы. Угу. То есть они нам комфортно, мы убегаем в эти позы, а надо как-то выходить из этой зоны комфорта. Поэтому каждый час мы следим за собой, чтобы в какой мы позе находимся, и сделать глубокий вдох. Ну, в общем, это столько работы прибавится каждый час. Ну, в принципе, немного времени занимает. Да, немного. Главное начать. Дальше, следующий день, 2-й день, 3-я неделя. Сегодня я посвящаю своим близким больше времени, чем обычно. Посвящаем 2-й день, 3-й недели близким. Близким, да, больше времени, чем обычно. Больше на сколько? Но это уже зависит от каждого человека конкретно, потому что нужно расставить как бы приоритеты, задуматься приоритеты в жизни, что главнее, да, работа, семья,
любовь близких людей, или я люблю, или меня любят, общение с детьми, или пойти куда-то, да? Что для вас важнее? Если вы понимаете, что вы мало времени уделяете своим близким, то в какой-то день, вот, например, второй день третьей недели, можно больше времени уделить своим близким. Записали. Посвящаем близким. Да. А как это повлияет на наши изменения? Как это повлияет? То есть мы будем помнить, что и проанализировал этот день какой-то, да, что произошло с нами, мы будем понимать, что для нас главное в этой жизни. То есть начнем, сделаем маленький шаг к тому, чтобы понять, что же главнее он для нас. Третий день. Да. Я заключаю с собой маленькое пари, вот, например, да, и приглашаю пообедать человека, в присутствии которого рабею. То есть, пари. Пари. Угу. Представляете, сделать первый шаг и пригласить человека, будь то женщина или мужчина, не имеет значения, выпить чашечку кофе, выпить чай или пообедать. Угу. Как поднимется ваша самооценка при этом? Ну, а если не найдется в кругу таких людей? Ну, можно другое пари заключить. То есть преодолеть свой страх. А, это мы преодолеваем свой страх. Что-то преодолеть в себе. Да, преодолеть свой страх, чтобы пообщаться более глубоко с другим человеком. Угу. Дальше. Это, получается, четвертый день уже у нас. Вот этот у меня четвертый день тоже такой спорный, даже для меня. Я делаю над собой усилия и пробую еду, которую не люблю. Еда, которую не люблю. Или которая не нравится, да? Или которой опасался, например. Или опасался. У меня есть такой вариант. У меня тоже. Я очень не люблю молоко. Да, мой вариант дороже, суши. Я не пробовала. И не было, не возникало желания. Наши вкусы определяются нашими эмоциями. Угу. То есть, что связывает наши вкусы, почему нам не нравится эта еда, да? Например, нам очень нравятся бабушкины пирожки, а тушеная капуста в школьной столовой нам не нравится или не нравилась. Почему? То есть, лимонная каша в садике, мы ее так не взлюбили, что мы ее на дух не переносим сейчас. А давайте попробуем, что произойдет с нами. Какие мы откроем новые ощущения, какие эмоции у нас появятся. То есть мы пробуем что-то новое привносить в нашу жизнь. То же самое получается, что мы выходим из какой-то своей зоны комфорта, которую мы закрылись и не выходим. То есть мы зажаты. Мы привыкли. Привыкли, просто, да. Привыкли. То есть это будет восприниматься нашим подсознанием как образность. Да. То есть мы сами себя загоняем в рамки какие-то самоограничения. Мир настолько как бы большой, что может разное произойти, да, и им нужно попробовать то-то, то-то и то-то. И настали суббота и воскресенье, там, да, например, или какие-то два дня, вот следующее упражнение на два дня. Когда вот были такие моменты, что у нас человек какой-то нанес нам рану, да, неизлечимую. Но мы должны в этот день, в эти два дня преодолеть над собой усилия, то есть позвонить этому человеку или сказать ему, почему он причинил мне эту боль, да, поговорить с ним или хотя бы написать письмо этому человеку. Что если нам это даст? То есть нам мешает жить наши какие-то воспоминания, которые нас ранят. Что-то еще нам мешает жить. Почему? Мы проанализируем и, может быть, выразить свои чувства по-другому мы сможем. Даже вот просто если сядешь, да, ты не можешь решиться еще написать, поговорить с этим каким-то человеком, но написать письмо этому человеку, высказать. И не отправить. И не отправить можно, да? Угу. То есть мы уже дадим себе, пусть рукой, пусть не словесно, но высказаться. Мы, получается, выплескиваем тот груз, который несем с собой иногда многие годы. Очень многие годы, да. Многих людей, может, уже нет живых, и поэтому мы не сможем с ними пообщаться. А может, они не со зла это сделали,
мы не знаем, мы просто у нас мы застряли в этом, нашей боли, это, и все, мы тоже не можем вот выйти из этого. Как вот психологи говорят там, или энергетически, или как это, почему это мешает нам дальше двигаться? А потому что оно блокирует наши какие-то виды, ну, подсознания. То есть оно дает тоже нам ограничения. Вот эти все упражнения направлены на то, чтобы снять ограничения с человека. Зажимы, какие-то скованности, как физические, так и моральные, то есть духовные. А почему на это задание дается 2 дня? Ну, оно так, если вот мы начнем выполнять там с понедельника, да, там по пятницу, и вот суббота, воскресенье, когда можно спокойно обдумать это. То есть, если те упражнения мы могли делать в течение рабочей недели, то это упражнение нам дается возможность, чтобы мы могли более широко над этим подумать, поразмышлять. Мы закончили 3-ю неделю. 3-я неделя. Да, и у нас осталась 4-я неделя. И вот все мы изменимся. Да, мы изменимся, мы начнем изменяться. И, как известно, если мы начинаем изменяться, то и мир вокруг нас изменяется тоже. Ну, как говорят, что начало – это уже половина дела. Да. А у нас уже даже прошло уже больше половины того срока, когда мы начали меняться. Да. 4-я неделя, первый день. Несколько раз в день я вспоминаю о том, что нужно расслабить мышцы лица и улыбаюсь. То есть мы этим самым транслируем мозг, что у нас все хорошо, у нас все получится. То есть позитивная улыбка дает нам возможность проработать какие-то свои трудности. Ну, а потом мы можем оставить это задание до конца недели. Можно оставить до конца недели. Или мы один день поулыбали, и нет, все, можно, дальше, можно. А дальше опять скрутили лицо и уходим недовольные. Нет, можно и до конца недели, и всю жизнь вспоминать там, что можно расслабиться и улыбнуться самой себе. В отражении где-то или проезжающей машины, или витрины проходящего магазина. Очень глупо, по-моему, будем выглядеть. Нет. Если будем идти улыбаться сами себе. У нас просто люди настолько не привыкли видеть улыбающиеся лица на улице, особенно в наше время, что, мне кажется, мы будем пугать их своими улыбками. А может, кто-то улыбнется? То есть установка. Вот нам кажется, а мы не пробовали даже. А давайте будем просто попробовать. Да. Мы же не знаем, как поступит другой человек. А через 2 недели поделимся впечатлениями. Теперь, 2-й день, 4-й недели. Трижды в этот день я предлагаю своим коллегам тему для разговора. То есть то, что волнует меня, может также волновать и моих коллег, или моих соседей. А погода, политика не имеет значения. Дети, воспитание. То есть я предлагаю тему для разговора. Что это нам дает? Это повышает нашу самооценку. То есть завлекая людей в свою тему, в разговор, мы повышаем свою самооценку. Да. И тренируемся как бы в общении с другими людьми. Мы даже себе вот трудно представить, что очень много людей не умеют общаться. Особенно молодежь, которая сидит в социальных сетях. Наша коллега рассказывала, как у нее гостила подружка дочери. Она говорит, я захожу к ним в комнату, а они сидят каждая в своем телефоне. Вот. И это происходило в течение долгого времени. Возник вопрос, вы вообще не разговариваете? Переписываются, скорее всего, да. Или ВКонтакте. Так, и наступил 3-й день, 4-й недели, 3-й день. Хотя бы 3-й день я сосредотачиваюсь на своих ступнях. То есть нужно почувствовать опору, что мы стоим устойчиво на земле. То есть пусть мы даже и в туфлях будем, да, лучше всего даже можно снять туфли, босоножки, сейчас лето, выйти где-то на природу, на земле, постоять, почувствовать эту землю и почувствовать эту опору, что нам дает эта земля. То есть здесь происходит как бы
и слияние вот с природой. Я сейчас пытаюсь ощутить опору, совсем другое ощущение, когда ты полностью фиксируешь. Фиксируешь, да. Не просто вот мимолетно, а вот когда именно фиксируют, у вас и осанка сразу изменилась, и как-то уверенность в глазах. Вы вспоминаете свои корни, и вот мимолетно это происходит. То есть что значит земля? Земля-матушка, да, как говорят. Угу. То есть она нам дает подпитку наших, вот даже если брать глубоко, так пару предложений, что наших предков. То есть угу. нам дает уверенность, устойчивость, что мы устойчиво стоим на этой земле. Угу. То есть если, опять же, повышается наша самооценка, уверенность в себе и уверенность в том, что мы делаем. И в завтрашнем дне. И, как и бы, при этом еще и улыбаемся. Стоим, оперлись ногами об землю и улыбаемся, совмещая два упражнения. Вот, также четвертый день, четвертая неделя. Сегодня я добровольно воздерживаюсь от чего-либо по собственному выбору. Наверное, предполагается воздерживаться от того, без чего я не могу. Да. Угу. Воздержание записываю. Да. Это табак, сахар, кофе, алкоголь, соцсети, телевизор, компьютер. Все, что нас вовлекает в работу, но от работы никуда не убежишь. Вот это все это является нашими защитными механизмами. То есть мы сбегаем туда. Мы не решаем проблемы, мы их избегаем. А давайте попробуем отказаться от чего-то. Есть же день, я насколько помню, что день за границей, то есть в Европе, в Америке, от интернета, то есть свободный от интернета, они отказываются, отказываются от всяких гаджетов, и поэтому как человек себя при этом почувствует? Может, оно и не нужно нам, да? То, что каждый день сидеть в этом Фейсбуке. Вообще в этот день, по-моему, очень хорошо погрузиться в какую-то дикую природу. Можно. Там можно сразу от всего воздержаться. Да, можно махнуть на море, тем более погода вроде бы хорошая становится, у нас дожди перестают быть. Так что можно не брать с собой мобильный, не брать с собой планшет или ноутбук и просто позагорать, покупаться. Не видеть новостей по телевизору. Да. И отдохнуть от всего этого. Так, это очень хороший день получится. Да. Только он выпадает на будин день. Ну, все-таки придется воздержаться от работы тогда. Может быть. Пятый день. Пятый день. Да. Я смотрю на небо. Угу. Я вижу там звезды, даже если их нет. Это мы так повторяем? Нет, просто вот я вижу звезды. Да. Да. То есть я ощущаю себя как бы частичкой Вселенной. Угу. Не мечтательно просто где-то витать в облаках, а расширить свое зрение. То есть широкоугольное зрение должно у нас стать. То есть внутреннее, оно как бы, что мы частичка вот этой Вселенной. Что мы что-то значим. Раз мы появились на этом свете, значит, мы что-то значим. Для кого-то, для чего-то. Мы пришли в этот мир не просто так. Угу. Интересно. Шестой день. Вот и шестой, получается, и седьмой день. Заканчивается четвертая неделя. Подводим итоги. Два дня подводим итоги. Итоги, да. Что это должны быть за итоги? Мы в самом начале как бы заключали с собой пари. Договор такой. Или я буду делать каждый день все упражнения, или я буду делать половину упражнений, или я буду делать упражнения, ну там, по своему выбору, что и как, когда у меня получится, когда не получится, или вообще это упражнения дурацкие, мы их делать не будем. Угу. Было вот такой вот договор с самим собой, потому что договор человека к чему-то обязывает. И здесь смотрим, смотря на то, что какой договор мы заключили, и анализируем, что мы сделали, перечитываем свои записи, что у нас получилось, что у нас не получилось, да? Какое-то упражнение далось нам легко, какое-то упражнение нам было страшно сделать, или вообще-то, ну, оно нереально сделать, да? И потом делаем вот какие-то выводы. Если у нас что-то получилось, и нам хочется дальше продолжать,
это делать упражнение, мы его делаем и дальше, да. А может, стоит задуматься, может, то, что мы не хотели делать, нужно все-таки попробовать сделать. То есть можно, например, если мы не можем переступить через какое-то, через себя, сделав какое-то задание, упустить, отметить этот день, да, что мы это упустили, и оставить вот на эти итоговые дни. Возможно, у нас хватит силы духу это сделать, улыбнуться или постоять на земле голыми ногами, или воздержаться от чего-то, или, опять же, наверное, самое тяжелое, как для меня, вот из всего перечисленного за эти две недели, то это вот... вот как бы найти контакт с человеком, да, позвонить или написать письмо человеку, который, на которого у тебя есть какие-то старые обиды. Обиды, да? Это, да, наверное, тяжелее всего. Тяжелее будет, да. Вот, когда идет соприкосновение еще с кем-то. Да, можно представить себе, да, например, что ты нашел в море какую-то бутылку, да, вот с почты, да, вот представить себе. И там было это письмо. Попробуйте прочитать его. То есть вы должны это написать письмо и прочитать его. Может, оно было адресовано вам от того человека, который сделал вам больно. Или вы кому-то сделали больно. То есть тоже можно в письме. Это вот такая своеобразная психотерапевтическая практика, упражнение, что когда ты напишешь на листочке, тогда оно легче дается. Но здесь не нужно путать на компьютере или там в соцсетях. Угу. Это обязательно должно быть что-то личное свое. То есть написано собственноручно. И вот, подводя итоги, два дня. Вот итог этого всего, да? Как, проанализировав, понять, или ты начал меняться, или у тебя получается, или не получается. А сколько вы вот упражнений сделали, да? Посмотреть. Угу. Взять и вот посмотреть. Ага, я смогла заговорить с тремя или незнакомыми людьми. Как при этом, что мы при этом ощущали? Как у нас вышло, не вышло, да? Мы решились на то, чтобы заговорить с кем-то из коллег. Или попробовали мы то, что мы раньше не пробовали и в еде? Угу. Как при этом мы чувствуем? Какие наши вкусовые ощущения были? Какие эмоции мы при этом испытывали? Может, действительно, суши вам понравятся? Может. Или, может, вы прочитали, что там они делаются сырой рыбой, поэтому нельзя, да, как бы их есть, употреблять. Ну, а давайте попробуем. Ну, не зря же... Японцы живут очень долго. Ну да, дольше нас. Дольше. Также сама тоже проанализировала, если чего-то, если мы смогли отказаться, да, от кофе, например, который мы пьем там 10 чашек в день, кто-то и так пьет, или от сигарет. Давайте попробуем, что изменилось, что это мне дало. Угу. И вот когда мы это проанализируем, то есть у нас получается... А смогу ли я вообще что-то стою или нет? Смогу ли я что-то изменить? На первый взгляд, я же говорю, такие задания не очень сложные, не с одной очень стороны. Сложные, да. А если, наверное, попробовать все делать, то, наверное, какой-то подвох я в этом чувствую, потому что не может так все быть просто начать меняться. Или это проще, чем нам кажется? Это проще, чем нам кажется. Просто мы даем себе установки, и у нас были заложены установки, да, что ты такой, как все. Не я надо такой выделиться. Есть. Да, я такой есть. Все, и больше я ни на что не могу, да. Или что-то еще было у нас. Или будь то родителями, или школой, или садиком, все что угодно, или обществом, что ты не сможешь это сделать. А, и у нас сидит это все, сидит нас. И мы не пробуем. Молоточком, да, кует нас, мы не пробуем. А давайте просто попробуем изменить. Я вспомнила одно упражнение из тренинга, с которым столкнулась когда-то. Я не помню, какой это тренинг был, но работала с нами психолог, которая нарисовала перед нами цель, дала вот так вот бумагу и сказала попасть в эту цель. И вот все мы с того места, где находились в данный момент в аудитории, бросали эту бумагу в цель. И потом, кто попадал, кто не попадал, у кого, кто ближе находился к этой цели, кто дальше от нее. В конце, в итоге,
тренинг, проводившая психолог, сказала, а я давала вам ограничения? Я вам сказала, что можно, нельзя вставать с места, где вы находитесь, чтобы попасть в эту цель. Да. Можно было просто, взяв этот кусок бумаги, подойти, приложить его к цели и таким образом добиться этой цели, как говорится. То есть еще один такой наглядный пример того, что мы сами ставим себе ограничения. Правильно. Спасибо вам за эти упражнения. Мы будем над собой работать. Через 2 недели встретимся, подведем какие-то итоги, научимся чему-то новому. Спасибо вам огромное. С нами сегодня была Ольга Алексеенко, психолог, психотерапевт. И я думаю, что у нас достаточно заданий на 2 недели. Через 2 недели мы с вами обязательно встретимся в этой студии в четверг и будем дальше говорить о том, как самовдосконалюватися і змінювати своє життя. З вами в студії була Марина Шкарубська та Ольга Алексєєнко. Дякую вам, до зустрічі в нових ефірах.